Всем привет, вы на Ганай Би, и с вами Екатерина. Давайте-ка еще что-нибудь посмотрим у Куплинова. Там как раз-таки у него еще два новых видео. По Elden Ring'у я уже там смотрела, как он проходил, поэтому то видео не буду смотреть. Вот. Но я посмотрю другое видео, смешные моменты с Куплиновым, The Shape Shifting Detective. Я не смотрела, на самом деле, как он это проходил. Я смотрела на канале «Любимые адвенчуры и квесты». Вот это прохождение, если не изменяет память, то что мне показалось, что кадры какие-то были знакомые, когда там чуть-чуть вначале там проверял звук. Вот. Ну, ладненько. Давайте-ка приступим. Готовьте чаечки-печенюшки. А я немножко нормально сяду, а то мне кажется, что я стала маленькой. Вот. А перед тем, как начать, обязательно поставьте лайк данному видео и подпишитесь на мой канал. Да-да-да. А мы начинаем смотреть. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, а это очередной, что это такое? Здорово. Под названием The Shape Shifting Detective. Я не знаю, что такое Shape Shifting. The Shape Shifting Detective. Капибара. Но смысл этой игры в том, что мы можем играть сразу за несколько персонажей, за... Надо бы, кстати, тоже проверить, как это приводится. Детектива, за убийцу, за жертву, за всех, кого угодно, и смотреть на все события с разных сторон. Сразу по поводу комплекса. Что-то там такое, это дурак, мне это не показывает, тут вот это вот. Этого очень положительные отзывы в Стиме, поэтому давайте глянем, что тут такого и почему вдруг. Возможно, из-за того, что сейчас показывали, но как бы это не... Это что такое-то? Это вот не надо. А, то, что типа спойлернули? Ну, в принципе, блин, я помню, кстати. Все-таки это я про ту игру подумала, да. Мне вот этого показывать. Так, удалить реплику или кто ты? Ты кто? Зубенко Михаил Петрович. Кем являюсь? Вор законен. Давай по новой, Миша, все хуй. Ты кто? Exactly. Именно. Rewind. Перемотка. Отличный ответ. Ты отправляешься в город под названием Август. Найди начальника Дюпона. Понятно? Да, отлично. А я сейчас только поняла, то есть, если отрицание, то это мусорка, да? Перемотка. Такой настойчивый мужчина. Если кто-то заметит, что ты другой, ты будешь... Перемотка. Главный инспектор Дюпон. Я не был уверен, что ты придешь, но кажется, ты ищешь работу. Я сам. Дора Тошоу, 21. Опытная виолончелистка. Задушена. Я знаю, кто это сделал, но мне нужны доказательства. Это тарологи. У Дорота была золотая монета во рту. Я серьезно, Сэм. Ни слова об этом. Так, а у тебя у самого-то алиби-то есть? Я был здесь, и есть видеомониторы, где доказано. Спасибо, что вычеркнул меня, блядь, гений. Спасибо. Ну, надо всех проверять. Все мы же подозреваемы. Все правильно. Блин. Кто-нибудь напомнит, какая была первая игра? А, я вспомнил. Самая первая игра, которая как раз-таки в таком же жанре, тоже как кинематография, тоже живые люди. Самая популярная была как раз-таки, потом пошли тоже клоны, «Бункер» вроде как называется, да? Я ведь про эту игру вспомнила. Мне та понравилась игра, если честно, там прям атмосфера жуткая была. И вот та игра действительно была вау. А вот эта игра мне показалась... Не, она как бы тоже интересна в плане расследования и все такое, но... как бы попытались что-то вроде юмор еще добавить или что-то в этом роде, вот. Ну, не знаю, и как-то сюжет чуть-чуть меня удручил, на самом деле, вот. И еще помню какую-то тоже в таком же стиле игры, там прям тоже, типа, мы за детективы-то играем, причем в маленьком городке, и причем там то нужно было в кафешку идти, то туда, то сюда, то в саму церковь идти. Блин, я не вспомню, как эта игра называется, но там тоже как-то очень простенько было. Но как-то поинтереснее. Вот, поэтому я не вспомню. Там мы за мужчину играли, детектива. Я Виолетта. Добро пожаловать в гостиницу. Здесь есть несколько правил. В частности, в гостинице ходить без обуви.
Ковры бесценны. Так, босиком ходит, как положено, хорошо. Я уверен, что она была миленьким ягненком. Хотя ягнят забивают, не так ли? Подожди, это уже попахивает каким-то сатанизмом. Типа, у него во рту нашли монету. Это говорит про ягнят. Ягнят забивают и суют им в голову монеты. Ну все понятно, она убийца, тут ясно. Привет, я Бронвин. Я нашла дрянной любовный роман под кроватью. Слава богу, Лекси спасла меня. Так, а Лекси спас. Лекси — это он. Ты не покидал свою комнату всю ночь? Нет, не совсем. Лекси вошла, и мы немного поболтали, но это все. Вошла или вошел? Объясни мне, пожалуйста, кто в кого куда входил-то? Очень интересно. Да, очень интересно. Дальше посмотрим. Лекси — это то, что к ней пришло. Надо узнать, а какого оно... О, привет! А, окей. Так, а ты давно знакома с Бродвин? Она как моя старшая сестра. Так что довольно хорошо. Ну, блин, я просто когда смотрю, я тоже помню, когда первый раз тоже, когда смотрела у кого-то, вот, просто я, может быть, это сами разработчики, но просто игра актерская просто зиро. Я не знаю, как еще прокомментировать. И как-то, может быть, поэтому как-то мне еще игра вот эта немножко не понравилась на тот момент. Возможно, из-за этого. А почему она убила Дороту? Нихуя вопрос, прям, блядь. Что-то дело прошлой ночью, блядь. Мы красили ногти. Это пиздобольно. Ясно, понятно. Это да, понятно. Была, если честно. Не понял, подожди, а где она была-то? Ты должен быть новый гость. И ты грабишь нас. Кстати, я Рейн. Так, а что ты делала, мадам, прошлой ночью? Я был у себя в комнате. Я не верю в Бога, но я молился. Да, еще тут, конечно, кривенький перевод был, да. Пизда, эти тарологи, они ебалологи какие-то, у них ясно, понятно, с ними. Но следите за темными облаками на горизонте, так как там могут быть рассеянные дожди. Лучше возьмите зонтик, Мунро, чтобы не промокнуть. Мне нравится промокать. Какие откровения. Ох уж эти как... Ах, да. Что это значит? Ну, вы заметили, да. Я только сейчас заметила то, что я не там сижу, а мне нужно тут сидеть. Ну, в принципе, у него вебку часто увеличиваю, поэтому шибко я не сильно закрывала. Хотя... Ну, 4 минуты это не настолько кричичить было. Вот если бы под конец видео это я заметил, то все, меня бы бомбило бы. Привет, я... Привет. Я начальник Дюпон. Я начальник Дюпон? Сейчас уже, что ли, сразу? За начальника Дюпона, ты понял? Гоняю, хорош. И да, и я и не поняла в этой игре. То есть мы... Получается, человек, который может принять образ любого из тех, с кем мы поговорили, потому что я это, кстати, вспомнила. Я прям сразу вспомнила. Просто как бы этот момент, если бы я не увидела, я бы не сказала бы это вслух, но я вспомнила, кем мы являемся по итогу. То есть, кто мы? Мы какой-то сверхсущество какое-то в виде человека. И при этом... Что за мужчина был тогда в черной шляпе? Это тот, который следит за нами, как что-то вроде... Наблюдает за экспериментом. То, как мы будем расследовать, то, как мы будем применять нашу силу и так далее. Скорее всего, так. Наверное, да. Да-да. А вы напишите в комментариях, если кто был знаком с этой игрой. Не пытайся заставить меня противоречить самой себе. Ну, еще бы так кивает. Он мне мигает, говорит, красава. Семья Дороты, что Таро говорит о них? Я могу сделать чтение, если вы хотите. Так сделай, конечно, сиди тут, еба. А ты что в тапках, тупырь? Тебе сказали по гостинице вообще-то босиком. Они так концентрируют, короче, этот картинку на его тапках. Сука, ты в тапках здесь не ходи, это гостиница. Теплые, дешевые, эти дорогие персидские ковры, блядь. Теперь за вот этого товарища. За как его там зовут-то? Чё за? Привет. Я Рейн. Рейн, я занят. Ты пришел сдаться? Давайте подставим. Все, убийца найден. Ты не хочешь видеть меня в гневе.
Я беспокоюсь о нашем алиби. Не беспокойся об этом. Нам нечего скрывать. Я больше волнуюсь за Рэя. С каких это пор он начал молиться? Конечно, естественно, бля, все понятно, ясен, красен, я прекрасен. Красивый, ну-ка шляпу сними. Я спалил его. Во-первых, пиздабол. Во-вторых, напиздел. В-третьих, пиздабол. В-третьих, ходит по гостинице в тапках. Он пошел в тапках к Дороти, чтобы не оставить своих следов отпечатков ног. Ебаный медведь. Все понятно, он лжет. Бля, ну пока все указывает на него, он в полиции хочет сдаться. Да-да-да-да. Мы привлекаем слишком много внимания к себе. Мы не можем закончить нашу работу. Работа? Ты записываешь? Ты знаешь, почему мы здесь. Не заставляй меня говорить это. Говори, заебал. Нет. Ну перестань дурачиться. Чего не скажет-то? Ну это, конечно, странно, типа, знаешь... Это странно, что, да? Вот сидишь, короче, охранником, да, в ночную смену вдвоем. И такой, блядь, на охранник до тебя доебывает, типа, здорово, а что мы тут делаем? Работаем. Кем? Ты что, ебанутый? Да, кем? Кем, блядь? Сидим, ебать, продавцами работаем, ночью в киоске охраняем. А охуел, что ли? Так, а убийца мог спрятаться в комнате Дороти, нет? В смысле, наблюдал за нами? Блядь, тревожно. Не-не-не, этого не могло быть. Единственное место, где должно спрятаться, это шкаф. Ты там прятался раньше? Она просила меня спрятаться в шкафу. Да, затем да, она да, входила да, и да. раздевалась, начинала трогать себя. Мисс Шоу была найдена задушенной в ее спальне вчера вечером. О, я слышал, ее нашла мама. А, действительно ужасно. Мать ловила меня на разных шалостях в моей спальне. Если я смогу проникнуть в ее комнату, что именно я должен искать? Подожди, в смысле, а чего это вдруг он должен проникать в ее комнату? Мы вот этого не знали, нихера. То есть, получается, начальник Дюпон, упырь, подговорил его... Карандаш. Ты понял, как настоящего расследователя детектива? У меня есть карандаш, которым я тыкаю. Тыкать. Так вот, то есть он, вот это начальник Дюпон, сказал вот этот начальник Дюпона лысый, сказал Оскару, потому что он тонкий, иди, короче говоря, домой и посмотри там улики на убийство. Только не ломайте, пожалуйста. Ломай меня полностью. Ну, мне кажется, он там каждому, почти каждому так это, решил так сделать, потому что вот этот 100% как бы его могут впустить помещение, ну, понятным причинам, конечно же. Нас тоже послал гонца, потому что Дюпон всех заколебал, когда он сам расспрашивал, ходил, поэтому заново мы расспрашиваем и так далее. Вот. Ну, иногда периодически в Дюпона превращаемся и такие уточняем детали, которые мы не узнали, но зато, что могут Дюпон повторить. Ну, окей. Зачем? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Я знаю, что это немного рановато, но... Может, нам стоит как-нибудь выпить кофе? Просто поговорить о вещах. Ты что, ебанутый? Подозрительно, да. Ну, если передумаешь, я буду рядом. Рядом. Ты Зак Уинстон? Yes. Да. Что вам угодно? Так, это единственный раз, когда встречался с Доротой, собака. Нет, на самом деле у меня было специальное предложение на портрет, и она пришла на студийную фотосессию. Подождите-ка. Так, окей, сейчас это начнется поле, вот это жесткое, да, которое он показывал. Как вы видите, это хорошее фото. Она виолончель. Виолончель. Это цветная. Красивые волосы. Ах, ноги обвились вокруг. А еще фотки есть? Что вы имеете в виду? Ну, там это... Такое выражение лица. О, май. А тебе Дарот показывал свои фотографии? Она прислала мне несколько частных фото по телефону. Ты имеешь в виду их? Да, я положу их в альбом специально для тебя. Нет. Почему нет-то? Это важное для расследования, сука. Ну, знаете ли... Тоже знает, какие есть мысли у тебя, особенно у нашего главного героя, да. А сейчас с другой стороны, а вдруг мы удалим случайно фоточки? Этот чувак не простит. Сука, улика, там надо посмотреть, в какой стране у нее там этот, там, в какой стране тот. Возможно, там где-то посмотреть, там может быть тень где-то чья-то мелькнула. Дай посмотреть на фотки, собака, ты чё, блядь? Но там же можно рассмотреть все, что нам нужно. Ага. Сэм.
У меня новости. Мы провели чтение, и теперь у нас есть имя. Элис Мунро. Мне нравится промокать. Ведущая передачи? Она в конце очухается, да, покажет? Скример нахуй. Давай, кричи. А, живая! О, глаза дергались. Это ей по-любому вот так вот оператор такой. Это ты, да, Элис Мунро, да? Ну и как вы познакомились? Мы встретились в гале. Я была ведущей, она играла. После того, как мы выпили, она пригласила меня к себе домой. Затем она поцеловала меня. Я поцеловал ее в ответ. Какие подробности? Да, о май. А у нее парень, ты в курсе, что он следил за вами в это время? Нет? Давайте ее где-нибудь спрячем. Я просто буду в кладовой. Дай знать, когда будет безопасно. А, я могу прикинуться ею! Маскировка отключена. Элис, о, да. Элис, я Элис Мунро. А, я Элис Мунро, да, Элис Мунро. Так, скримота сейчас поймешь, кто-то кого-то ударит. Супрац, сядь туда сам. Делис. Сэм, где, черт возьми, Элис? Ты что, дурак, блядь? Я здесь? Я просто пряталась, простите. Бронвин Касл только что позвонила. Она сказала, что опасность миновала, они сделали новое чтение. Сэм, у меня плохие новости. У нас было групповое чтение. И это ты. Почему я-то, блядь? Хороший вопрос. Ты все еще жив? И это хорошо. Но никто пока не пытался убить тебя. Ты предоставил мне много доказательств. Достаточно, чтобы кого-то арестовать. Но кого? Больше всего подозрений, конечно, вызывает Рейн. Потому что он ходит в тапках, во-первых, нарушает порядок. Эти все голышом ходят без тапок, а он ходит в тапках. Но на самом деле спойлер был еще в начале, когда была заставка менюшки. Но и то у меня больше нет, по сути, никаких доказательств в его сторону, кроме того, что он постоянно улыбится, сука, как какой-то, блядь, нервный, потому что он паникует, он знает, что его спалили. Блядь, в тапках ходит, с самого начала я это заметил. Ну никто, кроме и него здесь особо... Давай, окей, пусть будет Рен, у меня нет просто других вариантов. Ты знаешь, почему ты здесь, не так ли? Ошибка. Нет. Потому что хорошо справился. Да. И знаешь, что происходит, когда ты хорошо справляешься? Перемотка. Ну ладно. В принципе, вспоминать хорошо было, да. Я помню как раз-таки, когда у кого-то смотрела, там был как раз-таки выбор того чувака, который как раз-таки делал фотографии, вот. Поэтому был как раз-таки спойлер, такой намек на то, что прям именно в меню там был момент там с фотографиями и так далее, вот. И как бы такой акцентик такой прям был сделан. Я прям сразу вспомнила, вот. Ну, игра такая, как я уже объяснила, игра актеров просто божественна. Вот. Ну, блин, ну, а почему не показали момент, когда вот он, вот даже если... Куплинов выбрал, скажем так, другого человека. Какая там была бы касцена? Вот мне было бы интересно, потому что... Ну ладно, это я, наверное, у него там найду. В плейлистах, может быть, там есть продолжение, или же сразу автоматически этот чувак в шляпе появляется. Ну ладно. Пишите в комментариях ваши впечатления по данной игре и как вам сама реакция. Обязательно напишите и обязательно ставьте лайки. А так я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите подписаться на группу ВК или на Сева Дискорд, то пожалуйста. На YouTube-канале можете ссылки на группу ВК или на Сева Дискорд. Всем большое спасибо. Всем пока.